Друзья, всем привет! Вы на канале CarpLeader TV. В сегодняшнем видео я хотел бы вас поближе познакомить с ассортиментом фидерных катушек компании Flagman, которые представлены в сети магазинов CarpLeader. Компания Flagman выпускает огромное количество рыболовных товаров для разных направлений, для разных стилей рыбалки. И в их ассортименте есть весьма доступные и недорогие, но очень качественные вещи. Итак, друзья, давайте начнем с катушки под названием CastMaster. Несмотря на свою весьма небольшую цену, катушка имеет очень приятный и плавный ход. Металлическую низкопрофильную шпулю, что позволяет в свою очередь наматывать плетеный шнур или леску без бекинга. Имеет три размера шпули: 4-тысячная, 5-тысячная и самая большая катушка в этой серии 6-тысячная. Передаточное соотношение данной катушки 5:1. К одному. Данная катушка отлично подойдет для ловли на стоячих водоемах, а также на реках с небольшим течением. Следующая катушка Sherman Pro. Имея небольшой вес, данные катушки демонстрируют отличные тяговые характеристики. Передаточное соотношение у самой маленькой 3000 модели 5:0 к одному. Она отлично подойдет для легких фидеров. Но модели же размером 4000 и 5000 с передаткой 4:6 к одному можно смело устанавливать на удилище класса Medium и Heavy. Крупная низкопрофильная алюминиевая шпуля позволяет добиться более дальних забросов. Правильная подпружиненная круглая клипса, которая исключает обрезы лески, и наличие 6 подшипников делает эту катушку в своей ценовой категории одной из лучших. Новинка этого года – фидерная катушка Flagman Mascot. Наверное, первое, что бросается в глаза при виде данной катушки – это ее весьма такой необычный цвет. Данная модель имеет несколько размеров – 4-тысячная и 5-тысячная. У нее точеная алюминиевая шпуля, которая оснащена двумя круглыми клипсами – стандартной металлической и инновационной резиновой, призванной предотвращать сходы трофейной рыбы при клипсовании. Также у катушки алюминиевая рукоять, которая ввинчивается напрямую в главную пару, что исключает любые люфты и паразитные биения. У старшей 5000 модели передаточное число составляет 4:6 к одному, что характеризует ее как достаточно мощную, и вполне можно использовать ее при ловле как на стоячей воде, так и на течении с тяжелыми кормушками. 4000 модель сделали менее тяговой, с передаткой 5:5 к одному, и она отлично подойдет для более быстрой ловли различной рыбы на стоячих водоемах. Катушка Flagman Armadale – это топ-серия фидерных катушек компании Flagman. Легкий корпус, идеально сбалансированный облегченный ротор, бесшумный ход. Также у этой катушки крупная шпуля, которая способствует увеличению дальности заброса. Усовершенствованный кулисный механизм обеспечивает качественную укладку лески. Металлическая клипса отличается высокой надежностью и не повреждает леску и шнур. 4000 модель катушки имеет передаточное соотношение 5:5 к одному. 5000 модель обладает более тяговыми характеристиками и имеет передаточное число 4:6 к одному. Количество подшипников в данной катушке 7+1. Ну и напоследок катушка Armadale Big Pit 6000. Отличная, мощная катушка с очень приятным плавным ходом идеально подойдет для ловли на сверхдальних дистанциях, для ловли на сильном течении с использованием тяжелых массивных кормушек, а также как нельзя лучше подойдет для ловли рыбы на Flat Method Feeder. Передатка у этой катушки 4:6 к одному. Количество подшипников 6+1. На дальность заброса также положительно сказывается исключительно качественная укладка лески, которая достигается благодаря использованию бесконечного винта. Большая металлическая круглая клипса, которая не травмирует шнур и леску. Друзья, в нашей сети магазинов CarpLeader, помимо фидерных катушек, огромный ассортимент продукции фирмы Flagman, с которой вы можете ознакомиться на нашем сайте carpleader.ru или просто посетить наш розничный магазин. Друзья, спасибо вам за внимание, подписываемся на наш канал, не забываем ставить лайки, пишем комментарии и нажимаем на колокольчик. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем пока!